нанорефлектор. Универсальное гидрофобное средство отталкивает воду, грязь, наледь, подходит для обработки кузова, стекол автомобиля, а также других гладких поверхностей. Устойчив к длительному воздействию со стороны агрессивной внешней среды. Усовершенствовал формулу двойная защита. 400 мл. Вот решил попробовать. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Откуда? Германия. Сказал, это что? Немецкая разработка. Производят в Москве, по-моему. Вот, или в области. Так что должно быть хорошее. Поближе. Я читал, сказали, нужно наносить круговыми движениями. До этого стекло обезжирил. И попробуем. Пахнет клубничкой. А, кстати, чувствую запах. Надо было наших сделать. Вот. Фу. Теперь ватными тампонами нужно растереть. Да все. Слушай, можно же салфетку взять, в принципе. Можно салфеткой. Втираем. Слушай, прикол, скажу. Телефон садится. Да ладно. Че, ну он так быстро сел сегодня. Прозрачно, что ли? Ну да, нормально. Все, ждем 15 минут и продолжим.